такая вот люстрища будет висеть у меня сейчас на потолке и освещать все мои записи, видео. Пока что два проводка торчит. Но мастер уже здесь, работает, сейчас придет. И позвал второго мастера, чтобы поддержать эту люстру. Долго, говорит, собирал. Тяжело. Но в магазине она поменьше смотрелась. Ну ничего, зато будет хорошее освещение. Прямо такое профессиональное, наверное. У меня на диванчике. Ну посмотрим, как оно будет. Ну вот, наконец-то установили мы светильники во всех комнатах. Теперь будем со светом. В коридоре тоже повесили такой плафончик. Правда, одна у нас. Одна лампочка пока горит, надо купить еще лампы. А в прихожей тоже такая. Слишком много у нас тут всяких висит, не знаю чего. В кухню мы повесили вот такой плафончик икеевский. Очень даже подходит к нашим парижским шторкам. Так, как он включается? Включается здесь. Ну, пока свет желтый, но купим холодный свет. Будет тут у нас так светло. С белым светом будет лампочка. Ну и самое главное, что у нас здесь, это вот эта люстра. Эта люстра просто бомба. Смотрите. Та-дам! И это еще не все. Во! Какой классный свет. Прямо освещает все для моих роликов. То есть светодиодную люстру такую, огромная она, огромных размеров, я купила только для того в зал, чтобы у меня было очень хорошее профессиональное освещение для съемок моих роликов вот здесь в зале. Диван, конечно, мне приходится двигать, тут у нас полочка такая, пальмочка. Диван от окна, он стоит, в принципе, у окна, но приходится двигать, чтобы свет из окна тоже падал на диван, потому что если снимаешь против света, то получается темная картинка. Вот если диван здесь встанет, то будет темно, и даже вот этой вот шикарной люстры не хватит для того, чтобы осветить. Хотя, может быть, надо будет попробовать, может быть, и неплохо будет, если шторки так задернуть. Шторки у меня шикарные, с Лондоном. Купила в Лондоне. Да. А, нет, шторки вот эти с Лондоном я купила на eBay. Они были дороговатые, по-моему, 28 фунтов. А вот эти красные на распродаже. И когда в Питере очень солнечно, особенно в белые ночи, я задвигаю вот эти красные шторки. И свет не просачивается, и можно спокойно спать в темноте. Коврик надо еще постелить, убирали. Вот пока вот так живем теперь с освещением. Как мне нравится эта люстра, прямо балдею. Теперь все будет освещаться как надо. И вот, уже к записи готова камера. Уже стоит, ждет момента, когда Настя сядет на диван и будет рассказывать какие-то сюжеты. Пока вот так. Очень довольна. Все теперь у нас в ажуре. А, и вот дипломы еще мои висят. Но, кстати, дипломы, наверное, надо... Они как-то потерялись в белом свете. Надо будет, наверное, оформить в какие-то бордовые рамочки. Ну, не в красного цвета, а в бордо. Вот как у нас полка вот эта. Да, вот в такого цвета рамочки оформим, и будет все шикарно смотреться. Так, вот так.